Здравствуйте, мои дорогие. Вот что-то поднакопилось у меня пуговиц. Давно я ничего с ними не делала. Думаю, надо эту ошибку исправить. Пошла в подвал. Представляете, богатство какое. Вот, пошла в подвал. Есть у меня вот такая вот бутылка от вина. Я ее даже не стала эти наклейки снимать, потому что все равно это все закроется. Вот. Сейчас я ее обезжирю. Ничего не нашла. Водочки у меня тут есть немножко. Вот сейчас мы ее. Жирим, пусть она высохнет. Ну вот, бутылочка высохла. Вот у меня горячий пистолет. Я делаю обычно сверху и снизу ровненько, а там уже как получится. Вот, а между ними маленькие пуговки. Вот такие можно на ножках. Ну, короче говоря, мои хорошие. И вот так вот и идти. Все пустые места постараться забивать бусинками маленькими. Оно вот кажется, да, колхоз какой-то. Но потом, когда это покрасится в один цвет, будет совсем другой эффект. Потом подклеим, где еще надо. Дырочки все позакрываем.
Ну что, мои дорогие, ушло у меня почти 5 часов на это дело. Сейчас я пойду красить в сарай, потому что краска у меня спрей. Потом буду думать, чем горловину сделать, потому что горловина, ну, на ней же крышка закручивалась, и губки у меня никак не лепятся. Вот. Ну, как сделаю, покрашу, высохнет, я вам покажу. Ну, что, мои золотые, снимаю на лестнице на 2-й этаж. Да. Ну, вот что получилось. Ну, форма, скажем так, не очень. Ну, у меня просто было, не было ничего более интересного. Ну, вот. Каких тут только нету, маленьких и больших, всяких-всяких разных. Я очень люблю такие вещи, которые можно долго разглядывать. А так кажется, что тут? Пуговицы и пуговицы. Вот так вот, мои золотые. Пошла у меня золотая волна. Если кто-то что-то делает из пуговиц, напишите мне, пожалуйста. Может, я до чего-то додуматься не могу. А люди делают. Вот. Целый день угробила. Ну, нравятся мне пуговки. Ну, все, мои хорошие, пока-пока.